Каждое копье у него на спине память об охотнике, которого он растерзал. Ты как, держишься? Все это напоминает о том, что ты еще жив. В такие смутные времена полезно петь песни тех, кто жил Гулки звон, умолк по толще вод. законами, ты скован проводами. Поскольку ты повинен в убийстве, тебя должны изгнать. Прочь из Верака, из теплого дома, из наших песен. Мой вождь, Капилай, я же твой лучший боец. Посмотри, этот зуб выбит твоей рукой. Сколько раз я вынимала тебя из пропасти за шкирку, оправдывала твои выходки. Да. Ты мой любимец. Но шаман принял решение. Пока ты ждешь изгнания, думай о своих поступках. Испытание силой. Кто из банук откажется принять вызов чужака? Не я. Но ведь я же не убивал его, нет? Тише, тише. Свою историю ты поведаешь льду. Жаль, я не видел поединок. Говорят, ты кого-то убил? Может и так. Раз даже вождь верит, значит так и есть. Меня такой подход не устраивает. Расскажешь, что случилось? Да, я подрался с тем Карха. Он бросил мне вызов. С этим я не спорю. Он был силен и очень быстр. Обменялись ударами хорошими и сильными. Следующее, что я помню, серый утренний свет. И рядом тот Карха с пробитым черепом. Но удар ему нанес не я. А Верак не должен тебя поддерживать? Когда у Верака возникал с кем-то спор, звали меня. Или бывает, надо проиграть ради приличия. Чужака убили в бесчестном бою. Они не хотят ссоры с Карха. Мне не привыкать. Значит, все знают, что ты начал с ним драку? Конечно. Это вряд ли бы помогло. Все, что я умею, но не падай. И в наказание они изгонят тебя из Верака? Из тепла. Это ужасно. Если выживу, значит, земля простила меня. И он ужасен. Я не дурак. Зна... Скажу честно, Оправдаться тебе будет непросто. Это я уже слышал. Где была драка? Мол, никого там не было, кроме... Наш шаман про... Я схожу по... Я буду... Время тут так тянется, будто глядишь на сосульку и ждешь, как... Музыки больше нет. Так решила вода. Здравствуй. Как я вижу...